Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Садов. И в этом видеоролике я вам покажу, как убрать лаги в игре Free Fire. Ребят, большинство из вас знают то, что у меня телефон говно 3000, и типа поэтому я маленечко шарю в этой сфере насчет лагов, и поэтому я решил помочь вам. Ребята, не обещаю вам то, что у вас пропадут все лаги. Ну так что тогда, ставьте лайкос на этот видос, подписывайтесь на канал, чтобы у меня была мотивация делать вам новые видеоролики, и пишите свой топовый комментарий, чтобы попасть в следующий видеоролик. Ну что ж, друзья, я начну с самого главного. Самое главное — это память. То есть, какой бы процессор у вас ни стоял, важно — это память. Должно быть свободно где-то около 5 гигабайт места, чтобы игра шла более-менее нормально. Ну что же, ребятки, сейчас я вам покажу, как очистить память в телефоне. Ну что ж, друзья, тут все легко. Заходим в настройки, хранилище, внутренний общий накопитель. И как видите, у меня 769 гигабайта из 1080. Это как бы очень плохо. Вот. Потом мы видим данные кэша. Кэш у меня на 1,5 гигабайта. Вот, нажимаем на кэш, нажимаем очистить кэш. Вот. И как бы ждем, пока он у нас сам очистится. Вот, как видите, он у нас очистился, и я освободил 1,5 гигабайта памяти, то есть лишнего мусора. И теперь у меня уже 6 гигабайтов. Ну и потом же 0,5 гигабайта вы еще сможете очистить сами. Это то есть, как бы удалить ненужные фотографии, видео и всякие такие штучки, типа ненужные приложения, игры, все в таком роде. Также, ребята, сможете очистить кэш в самой игре. То есть заходим в настройки, нажимаем другое и нажимаем кнопочку очистить кэш. Ну, в принципе, все, с памятью мы разобрались. Друзья, еще говорят то, что если в Free Fire очень много друзей, то из-за этого тоже бывают лаги. Я, конечно, сам не знаю, типа, у меня сколько бы друзей не было, типа, результат один и тот же. Ну что же, ребятки, еще бы хотелось сказать про зарядку. Да-да, это тоже очень важный пункт. То есть у меня, знаете, как работает на телефоне? То есть, когда у меня от 100 до 60% игра идет нормально. Вот, когда от 60 до 30 уже все бывает, там, мелкие лаги. А вот когда уже с 30-ки я играю до 10%, у меня просто телефон уже начинает дымиться. Ну и поэтому я очень частенько играю в Free Fire, когда у меня от 100 до 60% на телефоне. Ребятки, еще Free Fire лагает из-за того, когда около вас просто очень много народу. То есть, когда вы запускаетесь в лобби, вас лагает, там, прыгайте на пик, на Бразилию, либо же в другие людные места, у вас тоже же фризит. Так что, ребят, у кого слабый телефон, я вам не советую прыгать в такие места, где много людей. Друзья, что бы вы ни делали с телефоном, если у вас все равно лагает, то вам будет проще купить новый. Да, я сейчас сказал очень остроумно, но все же, ребят, потому что, смотрите, когда у вас лагает, у вас не будет лететь оттяжка, так как при лагучем, когда игра лагает, сенса меняется. Потом же вы не можете просто спокойно же поднимать УС, если вы прыгаете в людные места. Ну, или же даже выскакивать один на один на стенку, все равно же у вас будет фризить там, из-за того, что много пикселей. Друзья, еще бы хотелось вам сказать, если вы, например, потом пойдете смотреть другие видеоролики, типа, чтобы не лагал Free Fire, там все такое, и если же вам другие ютуберы будут предлагать скачивать какую-то программу, то это просто, ребят, бесполезно, я вам сразу говорю, потому что это плюс занимает память, еще плюс нагрузка на телефон, когда вы запускаете, как бы, Free Fire через это приложение. Ну и все в таком роде, мне кажется, вы все понимаете. Ну что же, ребят, вот и подходит к концу наш видеоролик. Я вам показал, как бы, два своих лайфхака, которые мне маленечко помогают убирать лаги в Free Fire. Вот, ну и также вам советую сейчас пойти и посмотреть другие видеоролики про лаги, так как у каждого свои подходы, типа, к своим телефонам, и может у вас что-то будет подходить. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы делаете, чтобы у вас не лагал Free Fire, потому что мне это тоже может помочь, и прям вот я буду отмечать вас в видеоролике, если мне это реально поможет. Итак, друзья, я еще маленечко начинаю копить на свой новый телефончик, пока я не скажу, какой я буду брать, хотя я уже знаю, какой. Вот, когда у меня будет новый телефончик, я буду просто разносить YouTube, потому что у меня столько идей для видеороликов, но чисто из-за телефона я не могу их реализовать. Вот, так что ожидайте, ближе к лету у меня будет новый телефончик, и просто, ребят, будем вместе разносить YouTube. Ребзи, я еще перед вами извиняюсь, то что качество моих видеороликов просто ужасное. Ну, просто у меня на низких лагает, плюс я еще и снимаю, это капец какая нагрузка на телефон. Плюс еще и микро у меня испортил за целый год использования телефона, и поэтому я перед вами просто максимально извиняюсь за такую плохую подачу роликов.
Но, ребят, я просто по максимальному стараюсь, типа, обрабатывать звук, обрабатывать видео, чтобы, блин, хотя бы как-то вам было приятно смотреть. Ну что же, дорогие друзья, вот и подходит к концу наш видеоролик. Ставьте лайкос на этот видос. Давайте на этом видеоролике попробуем набрать 35 лайков. Ребят, пожалуйста, влепите свой лайкос. Вам не трудно, а мне очень приятно. Ну и, конечно же, пишите свои топовые комментарии, чтобы попасть вам в следующий видеоролик. Ну что же, друзья, еще одна магия. Если вы нажмете на красную кнопочку подписаться, то она станет серой. Ну, ребятки, спасибо вам то, что досмотрели этот видеоролик до конца. Желаю вам, чтобы у вас Free Fire больше не лагал. И всем удачи, всем пока.